Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение FFA сериала на десятерых с дополнением Gathering Storm в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Можно постоять, пускай он пообстреливает. А, у него тут... А, вот что у тебя тут бытгощ стоял, поляк. Тут у тебя две селитры, ага. Ну что, нету угля, да? Я так понимаю. Вот уголь, но это у японца. Ну, собственно, я использовал броненосцы в их время. Теперь можно забить на них. Так, давайте в Рейне возьмем бонусы за соседство. Сейчас верфь будет намного больше производства давать. Не, вообще бомбарды ты возьмешь город без проблем. Да ну блин, а смысл? Ты его заберешь через ход обратно. Ну, через... Потому что я не успею перебросить армию на другой город. В этих трех клетках я просто офигеваю воевать. Так, ну я зато могу. У меня квадриремы, в принципе, у меня нормально. Может, ты зря заключил союз с поляком? Египет, давай ты отстанешь от Инвиктуса. Так, нет, смысл такой же, уже не смысл. Ну, смысл такой, что я в войне с Египтом, из-за того, что он союз в поляке, и Лос-Анджелес просто я сразу же отберу. Смысл тратить силы. Да нет, ну мы здесь уже с Инвиктусом выключены из игры, как бы... Да, с селитрой мне повезло, не повезло. Да, ну что ж тогда делать с производством? Мне надо так типа в нефть, видимо, идти. Да. Предложение. Давайте рационализм возьму. Так, я в Лондоне могу кампус построить. Ну и что это такое? Я же отстал от Инвиктуса, отстань от меня. Ты отстал от Инвиктуса? Не вижу, я вижу юниты под Лос-Анджелесом. Так я их еще не успел отвести. Сейчас как жахну в тебя чем-нибудь. Давай, жахни, жахни, давай. Давай жахну, а потом мир. Ломай меня полностью. Я ничего не сделаю этому фрегату, если... Да, надо фрегат дружбу с русским закрепить. Он далеко, надо... Плыть и да Инвиктуса карта, захватывать. Наоборот, реально флот надо строить и воевать. Надо строить морские. Где там Инвиктус находится по развитию? Генерилось в этот раз просто отвратительно. Поля, ага. Ну, короче, я сейчас веду войска к границе. Давайте, наверное, в военную науку выходить. Вот это подстава сейчас, на самом деле, для поля. Сюда мне не надо пока. Плантации плюс одна пища.
Вообще я бы военный лагерь где-нибудь построил еще. Давайте банк. Ты же мне не ударишь в спину через 10. А когда дружба истекает, как понять? Или ударишь? Никак. И никак не понять просто. В английской версии написано, в русской баг, который не пишет, когда истекает дружба. Так он еще на релизе, по-моему, был. О, Фераксис. А зачем ты заключил мир? Ну, павилось бы до конца уже. Тут что-то Алексей начал, это... А что, Алексей, господи, у тебя нет городов на воде. Мне вкусно стало уже с тобой воевать. Надо вернуться, чтобы поляк меня не забрал. Россия, зачем мне религиозный союз? Или у тебя других нету? У меня нет войск, чтобы на тебя нападать. У меня войска прошлого века, у тебя уже будущего. Ты для меня будущий, понимаешь? Будущий. Будущее ты для меня, будущее. Будущее? То, что ты захватишь. Россия. Чем? Конями? А. Священная наша держава. Россия, ты тут? Тут. Что? Я спрашиваю, зачем религиозный союз? У тебя других союзов нету? У меня к тебе только религиозный или военный? Ну, давай военный лучше. Давай. Кто-то на нас нападает, и мы сразу плюс 5 имеем. Ой, да как будто кто-то на вас нападать собирался. Эх, Быгдыщ, хороший город. Так, надо вот тут. А, тут уже все исследовано. Ну вообще, я как бы вижу полностью очертания наших континентов. Очень прикольно получилось, по-моему, нет? Очень неприкольно получилось. Ну, для кого-то прикольно, видишь, Лёш. Ну, для Лёши прикольно. Не, а что? Invictus с Египтом что-то упоролись. У них, например, есть... У меня примерно столько же места, как у Invictus'а. На расселение. Там римляне, у римляна столько места для расселения, просто селись не хочу, но он вместо этого, я не знаю, что-то стоит на месте. Он воюет с Кри, что ли? Не воюет, вот в том-то и прикол, я бы на его месте расселялся просто во Фри. Никто же ему не мешает, но он стоит на месте. Нет, не в Кри, вверх. К этому, к Мехико, к Кахоке, забирать их, типа, ну, это фри расселение. Русский, ответное предложение. Ну, на мой взгляд, я, может быть, не прав. Но так как я вижу твои города, как сейчас расположены и где ты находишься, это просто легчайше, по-моему, было. Так, Бирмингем. Ну, надо... Давайте всадников строить тогда, действительно. Вообще, военный лагерь еще надо, блин. Так, а где всадники? А, летучие отряды у нас. Так, я только, пожалуй, тут одного меча оставлю, чтобы он наблюдал за тем, что... Твоя армия движется в мою сторону. Давайте откроем тогда монархию. Виктор, ты примешь дружбу? Так, поляк, блин, а тут еще мой юнит уникальный. Ты свой можешь забирать и вести обратно к себе. Иначе сейчас войну получишь сразу по окончанию дружбы. Окей? Держи свой протестантизм в своих границах. Здесь веруют только в католицизм. Только в папу. Так, два арбалетчика надо сделать. Мапучи верят только папе. И вообще, у моего бога хер больше, чем у твоего, поэтому. Началось. Больше, лучше принеси мне протестантизм. Я хочу быть... там столько желающих.
всем неси, от меня держи подальше. Особенно если ты там крестный поход взял. Крестовый поход. Крестный код. Invictus. Я буду смотреть по обстоятельствам. Дани, ты меня игру испортил, теперь надо тебе испортить. Она мне и так уже испорчена. Ну так а что ты от меня хочешь? Подожди, ты что, ты пришел ко мне, все испортил. Теперь ты говоришь, давай дружить до конца веков. Я на тебя не пойду, мне нечем на тебя идти, ты пойми. А чего ты тогда дружбу не хочешь? Зачем мне с тобой дружить? Зачем? Я не тут. Я был уверенный, что когда я сейчас. Ну мне надо апать бомбарды, делать, выходить в национализм, делать корпуса. Что ты говоришь, да? Какой ты то хочешь бомбарды быть, и. А? Я как раз хочу подождать, пока тебе будет поляк и сними с тебя распилить. Как тебе и такое? И кавалерия. И захватывать Инвиктуса полностью. Я с тобой даже пока не надо буду. Делать быстро, чтобы лояльность. Ладно. Не мешало. Ну, все, я тут не могу уже дальше никогда проплыть, я так понимаю. Сам нашел компромисс. Сам здесь даже не мог проблемы, сам из нее нашел компромисс. Ой. Офигенно. Отсюда. Алексей. Пожалуй. Да-да. Я не с кем торговать, давай хоть с тобой поторгуем. Да не надо. А мне есть с кем торговать. Я тебе могу рекомендовать сплавы галерой, слышишь, сплавы налево, там будет русский. Я думаю, что вполне добьешь до него. Вообще тоже встретились с ним. Ну, он города, наверное, твои не видит. Римляне, я не понимаю, что ты не щемишь Кахокию, Мехико, Маскат и не расселяешься весь континент в твоем распоряжении? А он захватывает, не подставил. Нет, да в смысле, ну как бы... 100%, вот Валерия возле моей границы. Так, давайте мы в Брюссель не и... Не то, что не подсказываю, мне просто интересно, почему он этого не делает. Что мастерские построены. Мне кажется, ну... Может, я просто проиграть хочу быстрее и спать лично, например. Ты же не знаешь. Кто играешь не на свою победу? Это намеренно. Веду. Когда ты мог бы начать воевать с Карион, бы тебя вынес. Так, ставим эту карточку. Нет, палевно, прямолинейно слишком. Или не открыл я еще. А, божественное право. То есть, это то, что ты сейчас прямо сказал, что ты хочешь это сделать, не так палевно. Я так, просто, может, протестантизм! Уходи отсюда, блин, слышишь? Поляк, я сейчас тебе войну реально объявлю, как только дружба закончится. Ну, так, видимо, не скоро она закончится, что поляк так смело. Не, уже скоро. Буквально там ходов 5, я думаю, все. Так, здесь надо в поляк, Лондоне. Че ты молчишь? В очередь поставить. Нечего ему сказать, видимо. Поляк, уводи свой протестантизм отсюда, говорю. Лёша там нормально расселяется еще дальше. Так, сколько мне надо войск, чтобы Андеф эти не выпустить? Армаду из военно-морского юнита. Так, это мы из двух фрегатов сделаем, я думаю. Поляк. Бери. Ну, я два раза могу использовать, чтобы геликарнасский мавзолей. С моей территории. Курдезас побежден? Курдезас. Что за фигня? Блин, я всегда читал его ник как Кудрезас. Что-то он молчал. Кругом обман. А кто его захватил вообще? Биг захватил Рим. Ну блин, а чё ты молчал, Курдезас? А тут просто у нас на двоих с русским места хуже, чем у Рим. Так что, Рим с кем-то воевал, что ли?
Да, видишь? А кого вы... А ты вообще за кого играл, Курдизас? За эту... За Карфаген. А, ну... Это многое объясняет, собственно. Карфаген на Пангее очень сильная нация. Кто мне может подарить ресурсы, ребят? Какой-нибудь ресурс подарить? Да, безвозмездно. Не дарите. Безвозмездный ресурс тут не может дать? Что, поляк захватит? Нет. Инвиктус захватит меня, не поляк. В смысле, как это Инвиктус тебя захватит, если у Инвиктуса... Что? У Инвиктуса 23 науки вход. На 91-м ходу, как он тебя захватит? Его рыцари, профлишь, что ли? Есть. Поляк, протестантизм, свали свой отсюда. Так стоп, кто что захватил, я не понимаю. Рим поляк захватил Финикию. Все исторично. А, помните, мы еще поляк обсуждали, что я там... Я хотел с тобой так-то, ну, дружеские отношения поддерживать, но ты провоцируешь сейчас войну, ты понимаешь? На религиозной почве. Но если это твоя цель, то окей, как бы. Напиши ему в чате, может, он не слышит. Он как-то не отвечает вообще. Да ну... Так, нет, это Курдизас, это ничего страшного. А Курдизас не спасибо за игру, ничего не сказал. Да, типа, свалил вообще. Он молчал всю игру вроде как. Русский, тебя там не смущает, что Рим захватил Финикию? Русский. Что? Тебя не смущает, что Рим захватил Финикию? Блин, запретный город, хреново. Ну, смущает, а что сделал? У меня тут к нему проход к Финикийцу был. С одной стороны две клетки, со второй стороны две клетки. Ну, давайте тогда я ему хотел построю. Спросил, все нормально, он сказал мне, все нормально, ну нормально. А потом два города его на Лиссабон и здесь упали. Ставлю тут, а то тут можно будет театралочку. Я строю военный лагерь. Так. Да не по... Чем именно тебе идти, дядька? Ну что меня, ты? Козленочком стань. Что ты боишь? Меня рыцарь, у тебя танки скоро будут. Я боюсь тебя, ты что стебешь? Какие танки? О чем ты вообще? Кто ливнул? Ну, Курдизас кто? Ливнул, его захватили. Блин, не люблю, когда люди молча абсолютно играют. Это а, минус. Лошадей не хватает. И человек вышел, потому что его убили. Почему, когда я на Юрисов напал, начал сразу же? На меня напали. Слушайте, а во что там? Блин, мне ж может не хватит этих лошадей. Давай, Египет. Мне надо с кем-то. Хорецкий, не хочешь с тобой торговать? Давай с тобой торговать. Давай с тобой поторгуем. Все, мир, дружба, жвачка. Ну, почему? Ну давай, сам-то запробовал мы с тобой уже обоим игру, так что делаем. Давай еще 70 ходов посидим с тобой и помучимся. Давай, давай. Какой ты хочешь союз? Давай культурный, не знаю, экономический. Давай экономический. Давай экономический. Так, две бомбарды там требуются для ускорения, да? А как Америка? Ты же по идее сверху... сверху Польша. Как тебе открыть у американцев границы? Даже еще до конца. Планет. Так, что нам потребуется здесь для кавалерии? Требуется селитра. А, ну мне, собственно, селитра и нужна для кавалерии. Поляк все хочет протестантизм. Кто мне даст военный союз против поляка? Мапуче, ты не хочешь? Он протестантизм очень осаждает. Это будет честно. Но у меня с ним дружба. У меня войны все равно с ним не будет сейчас. Ты тут-то вообще... Не, он тут, но вот он, походу, в войс не может говорить. Ну, пускай хоть в чат напишет. Блин, меня комп куда-то отправил.
Где мои прокачанные? Напиши что-нибудь, скажи что-нибудь, скажи, подтверди, что ты здесь. Пожалуйста. Вот мои прокачанные фрегаты. А еще лучше увиди свой константизм с моих. Да, ну запретный город это уже давно. Ну, короче, я готовлю армию для нападения на американца. Давайте лошадьми поторгуем. Кстати, что у нас по ресурсам? Селитра. Не, ну селитру я сам пока буду копить. Мне вот лошадей надо. Мапучи. Слушайте, военные лагеря построили вон, ребята. Я бы с радостью начал войну, но я не могу начать с ним войну, пока мы в дружбе. Ты уже 5 ходов орешь о том, что она сейчас закончится. Она сейчас закончится. Но она должна закончиться. Я понимаю. Она же должна когда-нибудь закончиться. Ну что это за дела? Айнор, говорю. Наказан будешь. Нещадно наказан. Русские предложения, посмотри. Слушайте, а вы что, все ход закончили уже или что? Смотри, Кри, я могу помочь тебе нападать на этого человека, который римлянин. Так. Айнору помочь напасть на римлянина? Ну, потому что с римлянином надо что-то делать, он опасен. Ну, пока войска он представляет приморовский опас. У меня. Я сейчас подумал своих мушкетов с арбалетчиками, может быть, они его чуть-чуть разубедятся. Плюс еще вот этих надо апнуть. Но это надо, кстати, поставить карточку. Не, будет про... на... Я Кри хочу предложить римлянина. На апгрейд. Я думал, Польша. Не, Польша до римлянина очень далеко. То есть я могу саппорт подкинуть несколько юнитов для этого, для Кри подогнать. Прийти своими юнитами к нему на территорию и помочь ему воевать с этим. А как ты Ереван так носишь, что у него 67 здоровья? А никто не хочет со мной заключить там союз? Я Ереван сношу с помощью осадной башни. А у тебя нету пороха, хочешь сказать? А? У тебя нет пороха? У меня нет пороха. Инвиктус предложение. У меня нет селитры вообще. Могу продать тебя, хочешь? О, я могу, да, могу кому-нибудь продать. Давай, давай. Делай предложение, я просмотрю как бы. Сейчас, на следующий ход. У меня, кстати, достаточно селитры. Я готов купить как бы всю селитру, которую смогу уместить в свои вклады. Инвиктус, ты тут? Быстренько походил и ушел. О, господи. Да, у Эленора теперь бесконечный ход. Ну, сейчас я закончу. Что, переходить придется, на елки-палки. Так, люди. А вот флот. А где у нас находится геотермальная электростанция? Геотермальная? Электростанции нету, там не электростанции, там что-то. Улучшение, походу, короче. Походу перезапускать придется игру. Почему? Это я ходил. Я ходил, сейчас я закончу. Точнее, закончил вот только что. Блин, я вспомнил, пока этот сейв грузили, что я хотел купить здесь рыцаря и рыцарем убить. Ой, это буря по центру моей империи прошла. Потому что ускорить, видите, надо убить этого мечника рыцарем. Инвиктус, ты тут? Да. Я там тебе предложение кидал еще прошлым ходом. Флот формирует. Слушай, у меня один. Поляк, у меня. А Санта-Крус что делает? Вход. Армаду. Правда, собираешься со мной бесконечно. Давайте застрелиться. Армаду. О, отлично, мне нравятся твои предложения. Так, а флот тоже из двух можно сформировать. Где я второй? Я прям доволен. Где второй? Вот он. Слушай, звучит интересно. Регулярные поставки чего там у вас?
селитра. Видите, флот 2 звездочка, а это армада. Насколько регулярный, насколько мне позволит этот же еще, как бы, мои финансовые возможности. Так, давайте считать. Два всадника, да? Сколько я смогу сформировать и сколько летучих отрядов сейчас? Боже, три летучих отряда, 5, 7, значит, еще один летучий отряд надо построить будет. Не знаю, в принципе, можно религиозный он союз здесь заключить. Японцы? А зачем он тебе? Типа, мне религия нужна. Где он тут, блин? Баси поляка, он всем. Так, и надо... Он насаждает, он мне мешает, реально. Как раз после национализма возьмем карточку. И поплывем. Я польская, не с генерала. Я бы тебе тоже принес политику, если поляк не мочил мои города. Вот в чем прикол. Ну, я имею в виду религиозно не мочил мои города. Кто-то за тундру хочет поиграть? Рано утром. За какую тундру? Рано утром, может быть, если... Нас позорим, насколько сегодня эта игра затянется. Я думаю... Типа, если эта игра будет до раннего утра, то вряд ли. Инвитус, видимо, считает, что он сейчас уже скоро того. Я тоже очень надеюсь, что я тоже... О, поляк поставил все-таки город, чтобы я его не мог захватить с моря, но чтобы у него было селитра. Хитер бобер. Поляк приносит мне свои... Ой, я реально всю карту увидел, отлично. Блин, почему Англия теперь выглядит как Япония? Потому что в начале игры все выбирали себе цвета, камон. Элементарно, Ватсон. Я сначала подумал, что Япония такая сильная, что Англию завоевала. О, зато я всю карту вижу. Это ты с кем так засоюзился? Это я засоюзился с японцем. А, Занзибар. Застаюсь со мной тоже, пожалуйста. А ты кто? Я человек, который тебя выносил пораньше. Нет. Мне страшно. Как союз, наоборот, я тебя не буду бить своими дубинами. Да. Поляк реально хочет на меня нападать. Ну я буду с поляком воевать, скорее всего. Он агрессивно... Агрессор, скажи, на безобидного человека нападает. Он не нападает на меня, он просто я насаждает мне свою религию. Про себя, причем ты стык. Блин, ну мне надо вообще взять, на самом деле, потому что тут прибавляется 4. Мне он свои войска. Одну единицу селитры. Ага, и негде. Кто-то селитру прошлым ходом. Скинь одну единицу селитры, блядь. Ладно. Ну поменяй на что-нибудь. Давайте военный лагерь построим. Мейкер загрязняет окружающую среду. Вот здесь, а здесь будет кампус. Да с жопу она похожа, блин. Пустая. И надо объединять, видите, с этими всадниками, потому что они первого уровня. Этот город, поляк, на кого-то там я тебе в спину уже веду свои войска. На кого бы ты там не нападал, я просто не помню. Японии там поляк угрожает или кому? Нет, Египет, безобидно. А, Египет, вот. Ну нападешь на Египет, пеняй на себя. Так а вы же были в союзниках вроде, нет? Так мы в союзниках, но, знаешь, его войска и вообще намерение до того, как я принял дружбу, которую он давным-давно кинул, нападать... А мне карта вообще какого-то гомункула напоминает. Да приняли, Это гомункул Фераксис, да. Не говорите на переходе, вас не слышно. Подождите, пока прогрузится ход. Сейчас приму, подожди, не ной. Буду найти. Фаенор.
Файнор, ты меня вообще слышишь? Я просто не понимаю. Ответь что-нибудь. Напишите в чате ему. Дописали уже, он не отвечает. У японцев, я так понимаю, сейчас это эпоха... Эпоха даймёни, вот тут куча самураев. Так дело в том, что я думаю, что сейчас и японец нападет на Польшу, так что тут все. Ну, Польшу, поляк, да. Да. А можно тогда он уберет свои войска, чтобы я тоже маленький кусочек забрал? Меня вот Гданьск и Вильнюс вполне устроят. Ну, я попретендую на то, что ближе к Занзибару. Слушайте, я уверен, что здесь вот есть уголь, может, Миропану и захватить? Ну да, я так понял, что вот Познань вообще в упоре у меня, я просто не вижу название города. Там еще рядом вулкан, блин, который я забыл, называется про... Тамбора. Вот этот город, который возле вулкана Тамбора, все. Я прям его хочу. Открыли кавалерию. Отлично. Он нас не слышит, он не знает, что сейчас ему пипец настанет, если он меня нападет. Это в полной уверенности, что вы с ним дружочки переводите. А на самом раз он деле, не знает, то ну все равно как бы это незнание не спасает от ответственности, поэтому. Согласен, согласен. Он будет жестоко наказан. На самом деле мне бы вот сюда лям посадить. Как минимум за распространение своей религии он должен понимать, что мне это не нравится. И вот тут того, сделать вот ее спасу, да. Давайте так и сделаем. Верки. Лян в Ньюкасл. А Виктора в Шеффилд. Только же селитры, сколько меча на мушке. По идее, должно быть. Тут все апается и на море, поэтому я их испускаю на море. Нету смысла держать там юниты. Вот так сделаем. О, френдшип кончился. Ура! Ух, я чуть ему дружбу не объявил. Отменил, я ему просто посольство отправил в итоге. Египет, сделочка. Так, что здесь? Темпломайор, кстати, да. Просто нужно пройти огонь и воду, понимаешь, чтобы понять. Ну, только жалко, что век наш короток. Век наш, да. Не самый длинный. Так, здесь универ. Хотя мог быть длиннее, красивее. Ну, блин, наверное. Вот посмотри, у тебя. Опачки. Теперь я вижу тоже все так. Ну смотри, вот у тебя 4 города, 5, сколько у тебя городов? 5. А, вот нужен Вашингтон еще. Ну типа, куда тебе селиться? Ты на меня бы напал бы в любом случае, я уверен. Да о, нет. Сколько тут у Египта угля? Мне на тебя невыгодно было нападать, понимаешь? Ты у меня один сосед. Я бы сейчас поставлю еще один город здесь, ниже. Я поставил бы еще какой-нибудь город такой противный, вонючий где-нибудь. На отшибе. И семи городами бы сидел. Посмотрим, что получилось. Жду 2 хода до национализма. Мне кажется, что... Наоборот, вот именно, что у тебя один сосед, Леша, захватываешь меня, у тебя также один сосед. Только поляк. Кри, продлеваем наш союз экономический? Ну да, конечно. Ё-моё, сколько окей. Городов у поляка оказывается. У поляка очень много городов, и сейчас мы его будем пилить, я думаю. Ну так начинайте что-то откладывать. У меня я жду сейчас 5 ходов от осуждения пройдет, я ему религиозную войну объявлю. Ну, этого можно будет использовать, когда я города буду захватывать. Не, он, чему удивляться, я типа... Нет, ну блин, кто ему виноват, что он не сидит в войсе сейчас? По телефону говорит, да. Согласен. Ну что, я должен ждать, пока он тут начнет мне религию распространять полноценно? В
Виктус меня так напугал, что я поступил. Так, ну давайте считать. А, блин, кавалерия тут все-таки достраивается. Ну, должно быть... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь всадников, это восемь. Твои вижу. Четыре корпуса будет. Не знаю, хватит ли, как правда. Я готовлюсь на поляка нападать. Там сами решайте, ребята, то, что делает с этой информацией. О, а откуда здесь? Да, нужна. Не понял. Ты отправил, наверное, компьютер туда, блин. У меня куча мечников, которых бы по-хорошему апнуть. Ну, у меня тоже есть что-то. Давайте я куплю здесь рабочего. Да и торговца можно здесь купить. Хорошо, нужно было, конечно, этих брать. Так. Блин. Пикинеров. У меня тут кавалерии просто. Тут мы ждем. Ну, в этой игре, конечно, с нашими морскими ребятами каналы строить только на свой. Так, вышли в национализм, надо ставить карточку на апгрейд. Кри-кри. Кря-кря. Высокочеловированная оборона. Так. Где-где-где скидка? Вот это ставим. С этими ребятами кого апнем? Давайте. Нет, Магнуса. На энергию. Так, теперь быстро создаем. Здесь объединяем. Здесь объединяем. Там поляк должен начать отводить свои войска. Здесь объединяем. Угрожал, потому что я ему здесь, ну, явно даю понять, что я собираюсь. 5 селитры. Ну вот, да, я здесь агрессивнее показываюсь. Объединяемся. Смотри, у меня 850. Улучшаем. У тебя 800. Не, если мы ему сейчас закомбайнимся, мы его разорвем просто нафиг. Ресурсы. У кого есть селитра? Кри. Кри, экономический союз. Я говорю, если мы сейчас объединяем военную мощь против него, мы его просто разрываем, типа, напополам. О, кто-то спутники открыл, что у меня вся карта открылась? Это Кри все открыло. А. Кри, глянь предложение. Кри, кря. Слушай, я предлагаю разрывать поляка. Как вам? Зай, он не понимает. Так, вообще мне надо еще катапульты апнуть каким-то образом. Конечно, он не понимает. Раньше надо было думать. Но у него на самом деле очень удобное расположение. Мы еще с японцем теперь в военном союзе, я думаю, что японец. А у него золотой век, кстати. Нет, у него не золотой, у него темный. Но через 7 ходов я думаю, что он в героический целит или в золотой, поэтому. Ну, здесь так, золотой. В Ливерпуле что-то ничего не строится, и в Бирмингеме надо поставить. Ну, 7 ходов. Но я в темный выйду. Я думаю. Что, мне ему объявлять войну или. Не, ну он на меня не нападет, он уже понял, что здесь пахнет жарко. Ну, мы все дружно можем. У меня прямой выход на его стольню. Но мне нужно, чтобы все остальные тоже ему войну объявили, чтобы, ну, как бы он не успел. Ну, понятно, что он на меня сосредоточился. Союз. Пилить будете вы в первую очередь. А, не, подождите, Варшава это не стольня. Варшава это... Лица, он следует. Раков. Варшава это второй по
крутости гор. Ну, на Варшаву, ну, у меня прямой выход на Варшаву. Я собираюсь именно ее и прорашивать. Японец предложение. Он ее будет защищать больше всего. Ну что, атакую я его? Ну да, давай я следующий, я сразу же подключаюсь. На чудо природы. Как бы вообще у меня рядом даже нет. О, у него крылатые гусары. Вот с крылатыми гусарами, кстати, не так легко будет воевать. Так, а где что-то я просчитался? Блин, религиозную войну не смог объявить. Три. Ну, обычно объявляем. А где еще у меня кавалерия? Он отступает, потому что он собирается со мной, меня вот, все, на нормально. Моем фланге бой принимать. Ты же ему не объявил. Объявил. У меня бы сгорело бы, если честно, с такой. 10 единиц. Я думаю, что у него подгорает. 13 силитры. Ну, типа, ну он сам виноват, как бы, нефиг играть. Ну, надо на чем-то одном сосредоточиться, нефиг, типа, выходить в войс-чат, из войс-чата. Ты либо играешь, либо не играешь. Скиньте мне селитры, пожалуйста. У меня 4 я всего лишь. Блин. Могу скинуть селитру. Кому надо. Мне селитру. Подожди, я тебя покуплю ее. Я куплю селитру. Зачем скидывать, если можно купить? Я куплю селитру. Я. Вот смотри, Леша скидывает предложение, я готов сделать предложение в 2 раза больше. 600? 600 монет за 13 селитры? Ребята, подождите, 13 жестко слишком. Ладно, хорошо, я продал Лёше 13 литров. Думаете, кому продаете, что, ребят, дубы. Ну блин, так один это. Юнит, ну... В принципе, мне я сам смогу себе сделать юнит один за 300 монет. Если надо, то я флот построю. Так, ну я, кажется, все. Мне надо, кстати, мои морские блин, юниты сраный, строить. Давайте Зензибар своим меняем. Юнитом заблочил мне единственный проход. Плюс 100% морских юнитов и мои каперы строим. Хотя, это ж мой уникальный юнит. Ну, тоже. А сколько там осталось? 6 ходов. Не строим пока. Пока не строим. Театралочка. Распил Польшу, получается. Верфь. Ну, мы еще можем и не распилить. Лодка. Я так смотрю. Что... Флангом, мило. Ну, если ребята только будут агрессивно пушить, потому что я уже пошел вовсю, я пошел во все тяжкие. Ну, кроме, оставил пару юнитов на границе с Кри, но я не знаю, зачем это сделал у нас с Кри Союз. О, Рурка. Еее. Да, ну... На политической площади, ну, надо ставить Рурку, конечно же. Хотя у меня производство... Может, в Бирмингеме можно Рурку? Хрена. А я тут вообще промышленную зону поставил? Не поставил. Ну, и мне негде. Хотя... Ну, тут пока она вырастет. Так, надо народ, сейчас будет а объявлять... Народ, а что у нас так войну. Много людей пропускает великих людей? У нас никто не должен пропускать великих людей. Ну, посмотрите. Ну, мне написано, ученых. Что ученых я не могу нанять. Возьмите кто-нибудь ученого, возьмите... А, и все. Пророком бак. Ну, я как ученого. Бы еще взял ученого, который мне вообще не нужен. Меня нельзя нанять. Вот. А вот я нанял. Пока давай, человек нефть. Не пропустит есть на нефть. Первом ходу, нельзя нанять. Отлично, раз, два... Стоп, а он не нанялся, что ли, или что? 4. Отлично. Вот. Так, все, объявляем войну. Инвиктусу. Ты хочешь жить в этот город? Нет, забрать. Это ты с удара его забрал?
что происходит? Господи, человек отошел поговорить по телефону. Как вдруг с трех сторон на него нападают. Это вообще нормально? Алексей, тебе не стыдно? Фейнор, меня, мы тебя очень ты... долго звали. Я как бы... Ну... Они обсуждали... Они тебе ходов 5 кричали, типа, там, не распространяй религию, еще там что-то хотели. Я религию... Ну, проблема в этом? Да ладно вам, не надо пытаться объяснить мне, что это все дело в религии. Серьезно, я тебя 6 ходов просил не распространять религию. Это для меня лично это было триггером. Ну, я больше не буду все отводить войска. Теперь ты так заговорил. Алексей, тебе не стыдно? Сюда. Человек на последнем месте по всему. И на меня нападает. Ну, так я решил избавить тебя от мучений, чтобы ты завтра с утра... Нормально поиграл. Как ты там планировал, да? Ну, я не понимаю, конечно, Алексей, зачем ты делаешь? Алексей, конечно, блин, вообще. Какой... Я считаю, что, конечно, в том, что на меня напали, виноват. Потому что он пришел, сжег мой город и этим всем показал, что я как бы вот... Меня можно обидеть. Можно показал обидеть. Показал твою уязвимость, да? Да, все так и было. Но на самом деле виноват ты, чувак, потому что ты ушел. Я реально до тебя еще тут ребят на паузу уходили, все дела. Я тебе до тебя пытался докричаться, ну уже реально минут 20-30 хоть пытаюсь до тебя докричаться, чтобы ты религию не распространял. Ну реально так было. То есть ну, ничего не выдумываем. И ну, а когда тут как бы такая ситуация подвернулась, что как бы, можно еще на тебя и напасть. Ну грех не напасть. Религию. Ну и да, а что в смысле? А почему втроём? Считаем на 3-2-1. Так, а я правильно понимаю, что ты американцев все вынес, да? Ой, мы с ним... Войну считаем на 3-2-1, а то сейчас, ну, я похожу, и кто-то обидится, блин. Инвиктус, нам надо считать или нет с тобой? Не-не, забирай, да. Поляк, мы считаем или мы не считаем? Да нет, мне все равно. Тут я уже как бы без шансов, понимаешь, меня на три фронта растаскивают сейчас. Я, конечно, буду защищаться, но... Отвлекся полчаса и уже вообще не понимаю, что происходит. Тут еще у египтянина тут кавалерия, он вроде воевал всю игру с американцем, приехал с войсками. Лучше, чем у тебя. Мне с поля... на поляка, конечно, дико неудобно наступать все еще, потому что... Ну, это такое просто кластерфак происходит, я не знаю. Да, на три фронта, конечно, такой себе клик. Слушай, ну не надо было, ну реально, ты либо играешь, да либо идешь, уходишь, ну, разговариваешь по телефону. Ну так всегда было, так всегда будет. Не, ну как я могу бросить игру, если есть обязательно доиграть? Я как бы играл, я просто... Ну так... Ну просто, как бы тогда нужно... Я из голоса, я тебе писал в чат, не надо распространять религию, ты можешь проверить. Писал. Да хорошо, я просто считаю все еще, что это повод попилить. Вряд ли кого-то напугал сильно два города, которые я сделал. Ничего могу. Нет, шпиона. Ты не напугал, ты мне подпортил, я голду получаю со своей этой, со своего да, блин. За каждых там четырех последователей. Ты взял, типа, начал забирать моих верных последователей, которыми десятину несу. Бля. Верные последователи. Подскажи мне, пожалуйста, смотрите, а вот финики и город не захватывают, да? И мне пишут по лояльности, что. Оккупация на нем. Как ее можно снять? Заключить мир. Ты должен мир заключить и чтобы я его пронес полностью. Тогда непонятно. В смысле? У него там не осталось ни юнитов, ни этого, ничего. Но я его вынес, его нет в игре, а оккупация висит. Выжил, галерка выжила. Блин, это что, у него территории? И, типа написано, что есть претензии у основателя города. И, короче, минус 10 впаивается, и она постоянно отлетает от меня. Это баг. Это баг. Русские просто. Предложения. Ой, нафига я. У Рима столько территории. Скажите. Подставился. Потому Рим... что Рим захватил Финикию. И Рим следующий на вынос должен быть после этот, после как бы.
готово. Ну, вы поняли, русские еще предложения. Просто территория сам. Я не смогу тут лояльность, тут нету гавани в Лос-Анджелесе, класс. У него 176 науки вход, он сейчас разгоняется. Алексей, можно в следующем году я? Ой, теперь все да, вижу, да. Отлично, теперь всю карту вижу. Ты будешь следующим египтянин, жди. Ура, я жду. Да? Давай завтра где-то в 9 утра собираемся. Хорошо. По Москве. Мы всего 5 континентов? Мы же не помним. Мы же не помним старые обиды. Ну я не знаю. Мапуче. Японец, проголосуй за себя по торговым да. путям. Мапуче, проголосуй за меня по торговым путям. Да, да. Паунмейкер, я за тебя голосую, давай. Вообще пофигу. Не знаю, против Рима проголосую. Виктор, давай за тебя проголосуем, мы всех перебьем. Рима, голосуйте, чтобы Рим не расширял территории. Так. Наверное, я пока не буду захватывать, надо юниты убивать. Во второй, ребят, за то, чтобы Рим не расширял территории. Иначе он будет очень жестко раскидать. Заглаживаю. Е, отлично. Фига, как это японец получил эту штуку? Сколько ж ты там дипломатии, япошка, накопил? Кошмар. Или захватывать Лос-Анджелес, потому что Бостон берется, судя по всему, или нет, не этим ходом. Как же неудобно здесь с поляком воевать, это просто пипец. Все в горах, каких-то непроходимых лесах. Может, жесть. Не надо тогда? Может, не надо. Слушай, ну как не надо? Я ребятам пообещал, что мы тебя разорвем. И мы идем тебя разрывать. Кого повысим? Давайте Пингалу. Активные вы люди, а. Сидел, никого не... Нет, и надо поговорить. Ты сидел и ничего не делал? Ну, как три бы... хода. Блин, я бы не захватывал города американца три хода до того, как в темный век выйду. Просто если бы ты был бы в Дискорде, если бы вышел бы все, ты мог бы там... Ну, если бы ты парировал, да, если бы ты какие-то аргументы, или ты сказал бы, я там не буду тебе религией мешать. Но ты просто молчал и как-то на этом. А, я еще не могу тут. О чем можно говорить? Вот единственное, что я не хочу, чтобы случайно вулкан моего этого так что сейчас развалил мушкетера. Блин, у меня в Бостон такие. А что там, какие-то наземные войска приехали к тебе? Да ты все, ребята, слушайте весла, я вам говорю, слушайте весла. Сейчас оно с тобой забьет. Что там, Алексей, а ну? Да все, там? Все, сушите весла, скрапайте. Иди спать. Короче, спать иди, всем спать. А, ну, вот это у Инвиктуса воля к победе, да? Не, ну да, с моей наукой. Нет. Смотри, эти мечники, да, против корпусов кавалерии. Воля к победе. Ты хоть как-то сравнивай. Ну, ты же не говоришь, что тебе плохо, а ты же всех остальных говоришь, чтобы они сушили. Ну, я же просто вижу картину. Какую? Малевича? Ну, что, у меня 156 науки, у Алеоноры 157, как бы, ну, то есть, мне пока не рано сдаваться. Да, ну, а чё вы по поводу науки это всегда так переживаете? Наука это вообще догоняется, изи. Мы не переживаем. Это Invictus переживает. Нам тут спать уже пора все. Прибавь мою маленькую науку, египтянину тоже науку прибавь к Алексею. То, что вы говорите, то, что вы по науке от него не сильно. Такая себе победа, на самом деле. Ну, лучше, чем ничего. Безусловно. Безусловно.
аккуратно. Воля, победе. Да, японец, конечно, тут совершенно неожиданно пришел, совершенно незащищенный. Только союз закончился, и сразу на тебя. А там проговаривалось. Японец говорил, что он это сделает. Ну, Фейнор, ты как предлагаешь? Ты разговариваешь по телефону, пока ты разговариваешь по телефону, все, на тебя никто ждут, не нападает, да? Так, так? Ну, конечно, приличные люди так себя ведут. А, понятно. Это такое реально... На тебя готовится напасть, говоришь, ребят, все, я по телефону говорю. Я ушел по телефону говорить, да, не нападать. Так вы я... просто пытаетесь оправдать свою агрессию в отношении мирной Польши. Ага, да, да, да. Кул стойте, бро. Надо сразу три города одним махом захватывать. Ну, ждем. Просто обстреливаем и ждем. Кстати, где-то варваров куча была. Может, не плыть туда? Да, японец, я тоже хотел на тебя напасть, как не представлял с удобным случаем. Не, хотел напасть, да тут позвонили. Ну это тролли, этот троллинг будет до конца жизни, мне кажется, теперь в играх. Насчет звонка. Теперь, короче, опция появляется. ФФА, звонок другу. Ты звонишь другу, и тебя на тебя никто не нападает. Удобно. Профит-то какой. Но для этого у тебя должны быть друзья, что тоже как бы. Не всегда так. Вы все злобные вармонгеры, и ваши шуточки вообще не смешные. Да мы и не смеемся, мы сквозь слезы. Да, нам стыдно, пиздец. Ну, не ругайся. Нам пипец как стыдно. Говори пипец правильно. Как стыдно, вот, да, да, да. Симбиоз меня исправил. Ну, что делать? Сейчас урбанизацию выхожу. Скоро Алексей отпустит мне все мои грехи. Ну, давайте, парни, каждому по городу и расходимся. Вот Вильнюс... Ты хочешь сказать, что ты мне дашь Варшаву? Да не шути. Египтянину Вильнюс. Японец уже свою взял. Да ёб... Ты же не отдашь мне Вильнюс, как бы там не было. Я вообще Вильнюс забирай. А, тебе Варшаву? Ну да, Варшава, это ты, конечно, замахнул. Варшаву ты мне не отдашь. Варшаву, конечно, хочется оставить себе. Господи, как же я не успеваю. Насколько я не успеваю кликать тебя на 4 фронта. На 3. Я, наверное, объединю их. Алексей, что ты город не берешь? Троллю тебя. Вес, да, заметил. Слышь, давай добивай его уже. Я хочу в темный век выйти, чтобы потом героически был. Селитры мне кто-нибудь со мной поделится, тоже кто-нибудь или продаст мне. Интересует, почему я не беру города. Что это? Я могу постоянно продавать селитры. И это Мапучи. А это Крик говорит. У меня есть селитры. Продавай. Так ты сделай предложение, я не знаю, за сколько ты готов продать. Уже ж продавал. Сплаваем к этим варварам. Предложение, я тебе продам. Я тебе не продавал.
Я тебя куплю. Ты мне уже продавал, нет? Нет, нет, это я тебе. Я послал тебе. Я готов купить у тебя всю селитру, которую у тебя есть. Я послал тебе. Ну ладно, меня тут мой бизнес подрывает. Ну, придется ждать, пока Лёша купит. Не-не, ты мне все еще можешь предложить. У меня не все деньги ушли на это. А, стоп, подожди, я что-то... Блин, ты вот мог уйти. Я ретернулся, я не посмотрел договор. Все. Слушай, хватит аутировать у нас в партии. Да, человек забрал у меня все деньги в ход. Я большой молодец. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!